У меня не совсем обычная просьба. Помогите мне найти одну девушку. Так уж случилось, что к своим годам я наконец понял, что такое настоящая любовь. Что это за девушка и почему мы ее должны найти? Дело в том, что я даже не знаю ее имени. Месяц назад мы случайно встретились в ночном клубе, где я с друзьями отмечал свой юбилей. Выпил прилично и не очень хорошо помню, как мы оказались в отеле. Но очень хорошо помню эту страстную ночь любви. И это было классно. А потом... Что же было потом? Под утро я проснулся и сбежал, не попрощавшись. А теперь корю себя за это. Мне каждую ночь снится эта девушка. Вадик! Проснись, ты опять стонал во сне. Тебя что-то болит? Нет. Я просто занимался любовью с молодой, красивой девушкой. Ай, ну тебя. Давай спать. И я ведь не шутил. Я действительно перестал спать. И каждый день думаю об этой девушке. Ведь это, возможно, моя последняя любовь. Помогите мне ее найти. Решил замену найти? Ну, понимаете, мы с женой больше четверти века вместе. Устали друг от друга. Я всю жизнь посвятил своей семье. Имею я право на счастье? То, что ты принимаешь за любовь, на самом деле влияние магии. Магии? Какой еще магии? Знаешь такое выражение? Седина в бороду, бес в ребро. Вот именно это с тобой случилось. Ты изменил своей жене в тот день, когда достиг возраста зрелости. Этим ты и разбудил своего беса. Поэтому ты так и одержим этой девушкой. И если беса не прогнать, большая беда может случиться. Свою незнакомку ты опять встретишь. Магия ее притянет к тебе. Но если не хочешь разрушить свою жизнь окончательно, узнай ее имя и приходи ко мне. Магию нужно снимать. Представляешь, у меня в садике пятилетки из средней группы сегодня заперли повара в туалете. Не вижу ничего смешного. Спасибо, больше не хочу. А что с тобой? Аппетита нет, спишь беспокойно, осунулся. Ты в порядке? Да нормально все со мной. Тебе срочно нужно показаться доктору. Не нужен мне никакой доктор. Нет. Я звоню брату, он как раз вышел из отпуска. Сергей, привет. Ты завтра в какую смену принимаешь? Я не собирался снова идти к Вере и снимать какую-то магию. Я хотел только одного – снова встретить эту девушку, с которой провел ту незабываемую ночь в гостинице. Но прошла неделя, а моя прекрасная незнакомка так и не объявилась. Я решил, что Вера ошиблась. Да? О! Привет, родственник. Ну, что с тобой стряслось? Да все нормально со мной. Это твоя сестрица. Вечно панику из ничего делает. Ну, давай все-таки посмотрим, раз уж пришел. Только тебе придется немного подождать. Я зачем-то срочно понадобился главному. Посиди пока здесь, а Ксюша подготовит тебе направление анализа. Я сделаю все. Так. Добрый день. Скажите, пожалуйста, имя, фамилия, отчество. А, Ксения, а вы меня припоминаете? Да. Мы с вами, кажется, в клубе познакомились, вы еще тогда сбежали от меня. Был неправ. Нам нужно встретиться в другой обстановке. Давайте. Только сейчас давайте все-таки займемся анализами. Звоните мне. Так,
раздевайся. Посмотрим твой мотор. Я был счастлив, что нашел Ксению и с нетерпением ждал ее звонка. Мне снова хотелось жить. Я совершенно не думал о предостережении Веры. Ну? Что тебе Сергей сказал? Да не нашел ничего серьезного. Ты точно от меня ничего не скрываешь? Так, ладно, я сама ему позвоню. Сергей, привет. Я насчет Вадима. Я еще на работе, говорить долго не могу. Но тебе волноваться нечего, у него обычное переутомление. Хорошо, спасибо тебе. Хорошо, все, пока-пока. Сказал, что это просто обычное переутомление. Тебе нужно отдохнуть. Все, я ищу путевки. Ты что? Какой сейчас отдых? Сейчас конец квартала, я не могу оставить фирму без руководства. Ладно, хорошо, съездим позже. Извини. У меня действительно была тяжелая неделя. Немного устал. Но сейчас мне намного лучше. Что у нас на ужин? Я готов съесть быка. Я так рад, что ты пришла. Ну, рассказывай. Хочу все о тебе знать. Да, рассказывать особо нечего. Вот, закончила медучилище в Смоленске. Приехала в Москву. В поисках, так сказать, счастья. Считай, ты его нашла. Готов сделать все для тебя. И даже больше. Правда? Ну, если честно, вы мне тоже симпатичны. Вообще-то я так расстроилась, когда вы из отеля тогда сбежали. Давай не будем больше это вспоминать. И хватит меня уже называть на «вы». Мы встретимся сегодня. Да, конечно. А только где? Я в отель не хочу, но меня там смотрят как на продажную женщину. Понимаю. Я и сам не готов в гостиницу. Давай к тебе. Говори адрес. Ой, ко мне, к сожалению, не получится. Я с подружкой комнату напополам снимаю. Мы это решим. Ну, как тебе? Нравится квартирка? Как красиво! Мне очень нравится. Слушай, мне так неловко. Ты квартиру для меня снял. Тратишься. Я найду подработку и буду платить за аренду. Слушай, ну я хотел бы, чтобы ты вообще уволился от работы. Почему? Ну, потому что твой доктор – это брат моей жены, и он может нас спалить. Где так задержался? На работе. Где же еще? Я понимал, что обманываю жену, но ничего не мог с собой поделать. Меня тянуло к Ксении, я думал только о ней и о нашей следующей встрече. Маринка сегодня звонила, сказала, завтра приезжает. Ни с того, ни с сего. Как ты думаешь, с ней все в порядке? Вадик, очнись! Я с тобой разговариваю. Да что такое? На работе дергают, дом покойнее. Я говорю, Маринка сегодня звонила, завтра прилетает. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, что прилетает. Я тоже по ней соскучился. Алло. Алло, Ксюш. Слушай, у меня дочь завтра приезжает. Мы завтра не сможем увидеться. Отмечая свой 50-летний юбилей, Вадим изменил жене с юной девушкой, даже не узнав ее имени, и с тех пор потерял покой. Девушка стала сниться ему каждую ночь. Вадим понял, что влюблен без памяти, и обратился к Вере, чтобы отыскать свою любовь. Вера увидела, что изменой в день достижения зрелости Вадим разбудил магию, от которой нужно срочно избавляться. Вера велела узнать имя девушки. Вскоре Вадим вновь встретил свою незнакомку и узнал ее имя. Но он не торопился к Вере и снял квартиру для встреч с Ксенией.
Ты что, решил меня бросить? Дочку какую-то придумал? Да, да что ты... Что ты придумываешь? Все хорошо. Успокойся. Привет, пап. А, Ксения, мы решим вашу проблему. Идите работать. Новенькая. К ней парень какой-то на складе приставал. Жаловаться приходила. А я тут мимо ехала и решила зайти. Что до вечера ждать, да? Как ты? Ну? Что у нас случилось? Да уж случилось! Сам с ней поговори. Мария, что произошло? Пап. Я беременна. Ну, рановато, конечно. Ну, ничего. А кто отец? Да нет никакого отца. Ну, в смысле... Это мой преподаватель. Он женат. Что? Да я этого мерзавца в порошок сотру! Старый кобель! Он не старый. Он мне ничего не обещал. Я сама виновата, что влюбилась как дура. Вот теперь не знаю, делать мне аборт или нет. Никаких абортов! Будешь рожать! Раньше надо было думать! Я думала, что мама меня поддержит. А она разозлилась. Ты меня тоже осуждаешь? Мариш, я всегда на твоей стороне. Но в одном мама точно права. Дети – это святое. Если надо рожать, значит, надо рожать. Институт. Ну, ничего. Возьмешь академ, мы с мамой поможем. Закончишь. Да, я вас слушаю. Приезжай срочно, а то я сама к тебе приеду. Привет. Ксюш, что случилось? Да ничего, просто страшно. Захотелось увидеть тебя. Ты что, не рад? Рад, но у меня сейчас проблемы с дочкой дома. А. Я ей больше нужен. Опять с дочкой? Она что, для тебя важнее меня? Ты меня не любишь? Я тебе что, для развлечения дана, а? Да, Я невольно оказался заложником ситуации, которую сам и создал. Меня по-прежнему тянуло к Ксении, но я вдруг понял, что семья и проблема единственной дочери для меня важнее. Я узнал имя этой девушки, ее зовут Ксения. Снимите магию, я не могу так больше. У нас с ней хорошо в постели, но нас больше ничего не связывает. Мне поговорить даже с ней не о чем. Да, я виноват, что не сразу обратился к вам с этой проблемой. Помогите забыть Ксению. Ты не послушался моего совета. Предпочел семье удовольствие. Ты слишком долго кормил своего беса, и он стал сильнее. И теперь от него не так просто избавиться. И что же мне теперь делать? Прежде всего, 7 дней ты должен не встречаться, не даже разговаривать со своей Ксенией. А после возьми нож и нагрей его до красна на огне. А потом остуди в стакане с водой, а воду выпей. Тогда твоя страсть остынет, и бес от тебя отстанет. Я заблокировал Ксению во всех контактах. Взял отпуск и уже 5-й день сидел дома с женой и дочерью. Но по ночам
Мне по-прежнему снилась Ксения. Вадик, я сильно состарилась. Да что ты придумываешь? Ты красивее молодых. Вадик, кто такая Ксения? Ксения? Ты ее ночью во сне звал? Странно. Совершенно не помню, что снилось. Ксения. Кто такая Ксения? Слушай, давай ну, про эти сны. Меня вот больше Маринка беспокоит. Может, и правда этого козла к ответу привлечь? Маринка нам не простит, если мы в ее жизнь полезем. Я с трудом дождался, когда пройдет 7 дней, чтобы избавиться от беса и жить как раньше. Какой же я был идиот. Ведь я совсем не ценил то, что у меня было. Честно говоря, я не очень верил, что обряд с водой поможет забыть Ксению. Но, как ни странно, мысли о ней действительно перестали меня волновать. Я успокоился и решил, что все мои проблемы позади. Пап, к тебе там эта девушка с работы пришла? У меня будет ребенок. Девушка, вы кто? Какой ребенок? Обыкновенный. От вашего мужа. А, что, он вам ничего не рассказывал? Так я вам сейчас все расскажу. Мы с вашим мужем на протяжении 2 месяцев уже спим. Он сделал мне ребенка и свалил в кусты. Справочка у меня есть. Как ты там говорил, пап? Кастрировать таких нужно, да? Ну, что делать будем? Девушка, подождите в гостиную, я сейчас соберу ему вещи. Сейчас все объясню. А, не надо, мне все понятно. Ты тоже подожди в гостиной. Так. 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 Пошел вон! Убирайся отсюда! Уходи! Уходи отсюда! Вадим продолжал наслаждаться любовью Ксении, но вскоре пожалел о том, что не прислушался к Вере. Ксения оказалась совсем не такой прекрасной, как казалось вначале. Об измене Вадима узнала жена. Люба выгнала Вадима из дома, и семейная жизнь покатилась под откос. Да, я такое платье купила. Просто посмотри. Нравится? Ты же сказала, деньги нужны тебе на детские вещи. Ну, да, но ребенок-то еще не скоро родится. А мне оно так понравилось. Ну, не сердись. Отстань! Не до тебя сейчас. Ты как со мной разговариваешь? Ну... Ты о ребенке подумал? Ну, Зай... Я сегодня была на УЗИ, у нас мальчик. Ну, Зай, ну не плачь. Ну, я устал. Только больше так не делай, хорошо? Да и... Когда мы уже уедем отсюда? Не могу же я растить ребенка в этой съемной квартире. Скоро. Марина, подожди. Я звоню тебе каждый день, а ты не отвечаешь. Я же волнуюсь. Как у вас дела? Нормально. Только тебя это не касается. Мариночка, ну зачем ты так? Да, я виноват. Ну, поставь себя на место Ксении. Я же смог тебя понять, ну и ты меня пойми. Ты ее любишь? Ну, теперь даже не знаю. Это наваждение какое-то было. Но теперь, если будет ребенок, я должен. И потом... Вряд ли сможет меня простить мама. Мама плачет в подушку. Но ты прав. Она не простит. Ладно, извини, я надо идти. Ну чё,
Как ты, наш пацан? Хорошо. Толкается, наверное, же, да? Слушай, ты давай ищи поскорее квартиру у этого папика своего, опрокидывай, а то я многие переломаю. Окей? Привет. Ты кому это собрался там ноги ломать? Стас, иди, пожалуйста, я тебе позвоню. Иди, я сказала! Вадим, ты неправильно все понял. Стас, он бандит. Он опасный человек. Если он узнает, что ребенок не от него, он убьет тебя и меня. Слушай, давай уедем куда-нибудь подальше, а, чтобы он нас не нашел. Я тебя очень прошу. Уедем. Хорошая идея. Давай, только сначала сделаем тест на ДНК. Ты что, мне не веришь? Вот именно. Собирай свое барахло и убирайся вон к своему Стасу. Ты не знаешь его, он тебе еще отомстит. Спасибо, что предупредила. Я сообщу своей службе безопасности, чтобы они с ним поработали. Ребята соскучились по хорошей работе. Ты забыла, с кем разговариваешь? У тебя есть полчаса. Собирай все свои вещи и убирайся вон из моей квартиры, крыса! Я все сделал, как вы сказали. И страсть к Сене действительно угасла. Но это не важно. Важно то, что жена узнала про нас с Ксенией и выгнала меня из дома. Ну, ее легко понять. Да, я виноват. Но, как мне кажется, жена не просто так себя ведет. Здесь, очевидно, магия вмешалась. Это Ксения наколдовала, чтобы мне отомстить. Как у тебя все просто? Теперь, значит, магия во всем виновата. А ты забыл, что магия вообще смогла вмешаться только потому, что ты устал от своего брака за 25 лет. И тебя потянуло на приключения. Нет тут никакой магии. Твоя жена любила тебя, а ты своей изменой разбил ей сердце. Я тебе ничем не могу помочь. Теперь все зависит только от тебя. Проходите. Как же хорошо, что вы пришли. Сейчас я что-нибудь соображу. Ты не суетись, мы ненадолго. Мы пришли за чемоданом, который ты забрал, когда съезжал из дома. Ну, да. Конечно, забирайте. Мы тут с мамой решили в отпуск слетать, пока мне еще можно. Да. Забирайте. Люб, ну, может, хватит на меня уже обижаться, а? Давай нормально поговорим. Я все осознал. Да, я дурак. Но прости ты меня. У меня просто какой-то кризис среднего возраста. Бес попутал. Мам, может быть, и правда простишь его? А как вы себе все это представляете? Я что, должна просто так вот взять и все это забыть? Ты ел сегодня что-нибудь? Нет. Вчера тоже. Люб. Ну, я же пропаду без тебя. Надо это все взять и помыть. Люба простит Вадима, и он вернется домой. И больше никогда не будет изменять жене. Мужчина среднего возраста может потянуть на струн, но если отношения крепкие и построены на любви, то никакая магия их не сможет разрушить.